ножом, сука! Ладно, начнем с того, что как меня атаковали. При заходе в город были РПГ и ПТУРы. РПГ попал, ну, к счастью, танк прожгло, но экипаж жив остался. Контузия там и обгорелости. Ничего, экипажи восстановились, и нам, в принципе, восстановили другой танк, и мы пересели. Нам объяснили, какие особенности, потому что у каждой машины есть своя особенность. Экипажи буквально сутки дали... ну, оклематься и дальше в бой.